похитителях роз. Мощный экологический проект для Енакиева на ЕМЗ будут строить новую агломерационную фабрику, которая позволит в несколько раз уменьшить вредные выбросы. Торжественная церемония сегодня прошла с участием президента Виктора Януковича. Что изменится в городе металлургов и шахтеров, знает Александр Бондаренко. Масштабность проекта понятна хотя бы на примере вот этой трубы. Она высотой в 110 метров. Для того, чтобы ее демонтировать, разработали уникальную технологию вертикальной алмазной резки. Здесь до конца 2016 года появится новый агломерационный комплекс, который соответствует всем современным экологическим и техническим требованиям. На нем будут производить в два раза больше агломерата. Это такой полуфабрикат для выплавки чугуна. Но при этом в 10 раз уменьшатся выбросы вредных веществ в атмосферу. Презентация проекта новой аглофабрики проходит непосредственно на Енакиевском металлургическом заводе. Президент Виктор Янукович говорит, что рад быть здесь именно сегодня. Подобного рода проекты, они нужны сегодня по всей стране, особенно в крупных промышленных предприятиях. И то, что вы приняли решение и в Мариуполе, и в Запорожье модернизировать аглофабрики, фактически построить новые аглофабрики, это то, что сегодня нужно нашей стране. Руководитель завода рассказывает, что в Украине подобные проекты реализовывались несколько десятков лет назад, поэтому многое нужно создавать заново. Последняя аглофабрика в Украине построила в 70-х годах на Криворужской стали. Нам пришлось за эти годы, в общем-то, по сути дела, воссоздать, так скажем, проектный комплекс. Мединвест подписывает контракт с одним из мировых лидеров в производстве оборудования для металлургии – компанией Siemens Fay. Именно она будет заниматься детальным инжинирингом, то есть будет сопровождать проект и давать рекомендации по использованию технологии и оборудования. Я официально заявляю, что концепция аглофабрики для Енакиевского металлургического завода является наилучшей доступной технологией во всем мире. И она станет эталоном как для Украины, так и для стран СНГ. И это касается не только качества агломерата, но и защиты окружающей среды. Несмотря на кризис в мировой металлургии, собственник сознательно идет на колоссальные инвестиции в модернизацию производства. Сначала этот проект оценивали в 250 миллионов долларов, но с учетом экологической составляющей было решено увеличить его стоимость еще на 110 миллионов. Деньги пойдут на ультрасовременную технологию по очистке газов. И сегодня у нас один главный вопрос. Это чистый воздух. Мы дали обещание построить аглофабрику. И я хочу сказать, что несмотря на все трудности, несмотря на сложности, несмотря на то, что на мировых рынках стали, сегодня кризис. Мы свое обещание выполним. В городах, где присутствуют наши комбинаты, а это и в Енакиево, и в Мариуполе, и в Запорожье, люди будут дышать чистым воздухом. Только для этого надо набраться терпения. Новый собственник пришел на Енакиевский металлургический завод в 96 году. С тех пор инвестиции на модернизацию производства здесь уже составили около 700 миллионов долларов, а зарплата у работников выросла в несколько раз. Из Енакиева Александр Бондаренко, Сергей Моус. Специально для телеканала «Донбасс».